Современные аппараты УЗИ и старинные рецепты отваров из чаги, электроимпульсы и светотерапия. На крупной медицинской выставке в экспоцентре представили самые разные методы лечения, диагностики и профилактики. Моя коллега Мария Черешнева попробовала на себе некоторые из них и готова рассказать, помогло ли. В экспоцентре на выставке, посвященной медицине, чувствуешь себя будто в какой-то странной больнице. Много непонятного оборудования, пугающие инструменты хирургов, аппараты УЗИ. И невольно возникает вопрос, может быть, здесь можно поправить здоровье, только побывав на выставке? Первое, что бросается в глаза – всевозможные кресла. Стоматологические, гинекологические. Вот большой ассортимент массажных аппаратов. Причем не только кресла, но и нарукавники и шлемы. Несколько видов массажа. Воздушно-компрессионный, вибрационный. Здесь присутствует магнитотерапия, и можно прослушивать музыку для релакса. Воздушно-компрессионный массаж, он снимает напряжение. То есть, вот, в принципе, массаж вот, в шлеме 10 минут равносилен, ну, как будто вы поспали час. Занятное ощущение. У меня даже немножко голова закружилась. Так и должно быть. Может быть, от притока крови. А этот гаджет, похожий то ли на смартфон, то ли на плеер, карманный передатчик электроимпульсов. Здесь есть и шея, и плечо, и спина, локоть, бедро и колено. Вот первая программа. Расслабьтесь. Да, я почувствовала. Да. И вот такая еще иглоукалывание такое. И еще программа есть, вот коррекция фигуры. Вот женщина очень любит, да, вот что микротоковый массаж, чтобы ходить, коррекция фигуры очень хорошо. Аппарат для света и цветотерапии, обещают производители, поможет поднять настроение и самооценку. Просто подставить на 4-8 минут свое личико для того, чтобы проходили процессы вот эти регенерации клеточек, которые способствуют быстрому восстановлению тканей и улучшению состояния и кожи, и здоровья. Синий цвет, он дает именно бактериологический такой эффект. Это как синяя лампа, которую грели? Это как раньше была синяя лампа, мы можем сравнить это, да. Но эффект намного, как говорится, уже, ну как сказать, цивилизованный. Домашняя мини-клиника, прямо домашняя мини-клиника. Не надо ходить в поликлинике, стоять в очереди, только потому, что этот биоптрон даст вашей семье всей полноценное вот именно здоровье и профилактику. А вот медицина народная, никаких технических новинок, лишь травяные сборы да отвары из чаги. Замечательный продукт – это антиоксидант из древесины лиственницы, биодегидрокверцетин. Это самый сильный эталонный растительный антиоксидант. Для чего он нужен? Если коротко сказать, то это профилактика старения организма. Оздоровиться полностью за час-полтора здесь, конечно, невозможно. Даже наоборот, ряд несложных, коротких и вроде бы полезных процедур скорее утомил и даже огорчил. Так что человеку, который боится любого медицинского вмешательства, даже элементарных уколов, сюда лучше не заходить. Мария Черешнева, Константин Стремоусов. Новости здесь, Новосибирск.